и о погоде на этой неделе. На дожди выходят не обычные, а самые важные прогнозы погоды. Прогноз погоды. Я Кижушкина Ирина Григорьевна. Здравствуйте. В центральных районах сильный снег. Температура упадет до минус 10. Да не могу я, что киноактер. Сегодняшняя погода очень необычная. Светит солнце. Вечером идет похолодание со скандинавского полуострова. Сегодня день в столичном регионе будет намного менее солнечным, чем вчера. Вечером в некоторых районах Москвы и области вновь возможен снег. Облаков в небе станет больше, атмосферных осадков не ожидается. Помочь бездомному человеку используется принцип, который, мне кажется, наиболее правильным. Это не когда он идет ко мне, а когда я иду к нему и предлагаю ему свою помощь. Мы тоже люди, и нас надо немножко уважать.